Екатерина Черных, мастер участка теплосилового цеха, не побоялась освоить новое направление. В прошлом году не просто прошла обучение на внутреннего тренера компании, но и вошла в тройку лучших. Когда в 2021 году объявили о наборе в команду внутренних тренеров, я решила попробоваться в новой для себя области и ни разу не пожалела. Как известно, все новое людьми воспринимается по-разному, поэтому кто-то из руководителей сразу выразил интерес к нашей деятельности, а кто-то относился к ней с недоверием. Но с каждым следующим тренингом руководители все больше и больше были заинтересованы в нашей деятельности, потому что мы давали им инструменты, которые действительно работают и помогают им в их ежедневной деятельности. Оценивая результаты проекта, специалисты дирекции по управлению персоналом отметили повышение интереса со стороны как молодых, так и опытных сотрудников. Большой объем работы проводился именно с молодежью. Более 71% молодых сотрудников приняли участие в проектах. В связи с увеличением количества участников в апреле стартует новый набор в корпоративную академию тренерского мастерства. Уже третий по счету на ВСМПО и первый на АВИСМА. В корпорации ВСМПО АВИСМА реализуется множество проектов. Например, такие как «Взлети» или «Стандарт работы руководителя». Именно поэтому мы открываем новый набор, потому что проектов становится все больше, и тренерский ресурс как никогда важен. Тренерам предстоит помогать своим коллегам развивать различные навыки, такие как управление людьми, такие как управление своим временем, личная эффективность, навыки работы в команде и многие другие. В проект могут заявиться все желающие. Нужно быть готовыми не только к получению новых знаний, но и к аттестациям по темам, которые предстоит вести. Менеджер Жанна Якимова в прошлом сезоне Академии победила в номинации «Лучший тренер-новичок» и вам советует выйти из тени. Я думаю, что нужно выходить из зоны комфорта. Я думаю, что нужно попробовать проявить себя. Может быть, вы даже не знаете, что это ваша тема. И в любом случае, во время рабочего процесса вы можете получить дополнительные знания, умения, навыки, которые вы потом примените в своей жизни. Хотите стать частью большой команды внутренних тренеров в СМПО АВИСМА? Переходите по ссылке в QR-коде и заполняйте анкету или отправьте запрос на электронную почту специалиста дирекции по обучению и развитию персонала.